Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. И тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. Выпуски на канале выходят каждый день и без рекламы. Так что спокойно смотри это видео до самого конца. Всем приятного просмотра. Погнали! Инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что по слухам, бой Майка Тайсона и Роя Джонса имел небывалый комический успех. Реализовано более 1 миллиона платных трансляций Pay-Per-View. Сегодня мне сообщили мои источники, что в США бой Тайсон-Джонс продал более 1 миллиона Pay-Per-View. Если точнее, то даже около 1 миллиона 200 тысяч. Просто шокирующие высокие показатели. Это самые высокие цифры за последние годы. Данир Илиусинов вошел в топ-10 по версии IBF. Уверенная победа над бывшим чемпионом Джулиусом Индонго позволила Илиусинову войти в рейтинг лучших бойцов в категории 147 фунтов по версии IBF. Чемпион же в данной категории остается Эрл Спенс. На первом месте расположился Кудратил Абдукахоров. Чемпион WBC Тайсон Фьюри уверен, что он непобедим. «У меня нет никаких слабостей. Позавчера на радио говорил, что единственный способ побить Тайсона Фьюри – грохнуть его долбанным молотом, пока он спит. Мои соперники пытались меня победить. Уайлдер пытался задеть меня мощным хуком. Оппоненты старались быстро сокращать дистанцию. Старый доктор Стальной Молот Владимир Кличко пытался боксировать технично. Были люди, которые шли вперед, были те, кто отступал назад. Но я остаюсь непобежденным в течение 12 лет. Первый номер супертяжелого веса на планете, двукратный обладатель пояса The Ring, линейный чемпион мира. Я завоевал 16 титулов на этом пути. Слабости? Я так не думаю. Также Фьюри попросил исключить его из списка номинантов на премию «Спортивная личность года» от PBC. У меня есть сообщение для PBC по поводу присуждения награды. Пожалуйста, исключите меня из списка, так как я народный чемпион и не нуждаюсь в подтверждениях или каких-либо наградах. Я знаю, кто я и что делаю в спорте. У меня есть любовь людей. Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой с Кубратом Пулевым. Пулева назвали в честь великого болгарского воина. Он обладает духом воина. Кубрат несет надежду для своей нации. Пулев жесткий, у него великолепный джеб, он приложит все усилия. Пулев нашел ключ к успеху в боях против всех соперников, кроме Кличко. Но я знаю, что хорошо подготовился и должен победить. Александр Гвоздик задумался о возвращении в ринг. 2 года назад я стал чемпионом мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня задуматься. Может быть, это еще не все, написал Гвоздик. Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года. Последний поединок украинец провел 19 октября 2019 года и проиграл титул Артуру Битрбиеву. Оскар де ла Хойя заявил, что поединок между Райаном Гарсией и Теофимо Лопесом обязательно состоится в 2021 году. Де ла Хойя сообщил, что промоутер Лопеса Бопаром уже связывался с ним и обсудил возможность организации этого боя с президентом Golden Boy Эриком Гомесом. Напомним, что Гарсии уже в начале января предстоит пройти серьезные испытания в лице Люка Кэмпбелла. И если Гарсии потерпит поражение, то он может забыть о титульной схватке с Лопесом. Если Энтони Джошуа откажется от титула WBO ради унификации с Тайсоном Фьюри, команда Джозефа Паркера будет настаивать, чтобы за вакантный пояс с Александром Усиком сразился он, а не Джо Джойс, который на прошедших выходных победил 2-го номера рейтинга Даниэля Дюбуа. Об этом сообщил менеджер Паркера Дэвид Хигганс. А на этом у меня все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Это очень помогает нашему каналу в продвижении на YouTube. Всем крепкого здоровья, удачи во всем и увидимся завтра. Всем пока.